текущая эпидемиологическая ситуация в нашей республике? Добрый день. У нас за последние сутки 49 новых случаев коронавирусной инфекции зафиксированы у жителей республики. Из них 39 – это город Якутск. И по несколько случаев в Мирнинском, Ленском, Мегино-Кангаласском улусах. Ситуация, вот у нас, еще раз хочу подчеркнуть, остается за последний месяц уже практически стабильной. От 40 до 50, там, чуть больше заболевших каждый день. При этом основная часть по городу Якутску, ну и, конечно же, нас вот беспокоит достаточно большое количество заболевших последние недели в Мирном, в Нерюнгри. Есть у нас локальные случаи по ряду районов. К сожалению, когда вот эти случаи расследуются, то во многих случаях мы видим, опять же, несоблюдение жителями элементарных мер предосторожности с точки зрения вот проведения больших праздников, свадеб, юбилеев, и после них по 20-30 случаев, когда контактные лица, ну, или бессимптомно переносят болезнь, или есть даже случаи тяжелых заболеваний, там до 10 человек. Вот, поэтому, конечно же, все меры предосторожности необходимо соблюдать. Коронавирус никуда не делся, и ни в мире, где он как раз сейчас только-только начинает набирать обороты, ни у нас в стране, ни у нас в республике. К сожалению, вот еще раз хочу сказать, что вот несоблюдение элементарных мер предосторожности, я говорю не только о ношении масок, но и даже вот мытье рук, дезинфекция помещений, избегание скоплений людей, невыход на работу при малейших признаках ОРВИ, вот это несоблюдение этих правил приводит вот к тому, что коронавирус у нас не уменьшается, а все равно вот на каком-то определенном уровне он остается. Поэтому здесь, конечно же, и оперативным штабам на местах, и руководителям предприятий, да и в целом жителям республики, конечно, надо еще раз под самоограничениями, скажем так, да, достаточно серьезно работать. Поэтому мы надеемся, что все-таки ситуация начнет постепенно улучшаться. Хотя мы не исключаем таких локальных скачков, но таких вот, как были раньше, когда там у нас сотни и больше людей заболевало, конечно, такого уже не будет, мы очень на это надеемся. Вместе с тем, вот локальные скачки, связанные с заражениями такими внутри районов, они, конечно, к сожалению, пока еще у нас наблюдаются. Спасибо. Спасибо большое.